у нас Светлана выступает. Светлана. Так, Света, а где Света? Она здесь же была. Ладно, окей, Свет сейчас найдем. А, дальше. Тогда Антон Салагаев. Аплодисменты. Здравствуйте. У меня два проекта будет, поэтому мне нужно 6 минут. Нет, давайте мы в 3 вложим к вам. Мы договорились, так не между нами. Счастье будет, Антон. Начинаем. А, у нас проект «Социальный институт». Что мы делаем? У нас мотивационная единица, которую нужно через доказательства работы обосновать в системе. Эта единица позволяет конвертировать, позволяет ее вывести в высокоэффективных средствах расчета. Как ее можно будет доказать работой? То есть это делается для некоммерческих организаций, которые стимулируют волонтеров для определенных работ. Есть целевые проекты у некоммерческих организаций, и мы выделяем определенные единицы мотивационные, и волонтеры выполняют деятельность, и после этого они доказывают свою работу, и мы их конвертируем в внутреннюю нашу валюту. Вот. А социальный институт для того, чтобы развить тренд филантропии и помочь социальным организациям организовываться в такие некие кооперативные сообщества для достижения общих целей своих. Вот. То, что мы сделаем за этот короткий промежуток времени. Следующее. Нам нужен бэкэнд-разработчик, желательно, нежелательно, нужен дизайнер, и бэкэнд-разработчик. Теперь я могу рассказать. А подождите, а вы там, кто есть в команде еще? У нас есть два разработчика и есть специалист по уговариванию инвесторов. Отлично. Аплодисменты. Следующий вопрос. От социального института есть производный проект AgroQuest. Что мы как бы в нем делаем? То есть мы AgroQuest, да. Есть федеральные целевые программы. Мы с помощью своего продукта помогаем людям освоить федеральные целевые программы, то есть возвратить деньги из бюджета в виде государственных ассигнаций, которые проходят некие квесты, да, на обучение выращивать там продукты питания, строить себе теплицу, жить в экопоселении. У нас здесь как бы реализовывается такая часть. То, что у нас есть продукт, это теплица, квест-комната в школу. То есть дети учатся выращивать определенные продукты, и это является просто открыванием замков. Ну, одна из карт, их у нас 4. То есть есть инвестиционная карта, есть карта потребительского, то есть теплицкой корзины, где из этих теплиц, которые мы построили, можно заказать продукты питания. Вот, за короткий промежуток времени мы покажем, как работает сам квест, и выстроим взаимоотношения с федеральными целевыми программами внутри получения. Кто нужен для этого проекта? Нам очень нужен дизайнер для этого проекта и бэкэнд-разработчик. Дизайнер и бэкэнд-разработчик. Окей. Спасибо огромное. Аплодисменты.